для своего блюда я возьму по полкилограмма курицы и грибов. И грибы, и курица у меня заморожены, поэтому для начала я их оставлю размораживаться. Курица разморозилась, я ее нарезала на небольшие кусочки и теперь сбрызну растительным маслом. И перемешаю. Делаю я это для того, чтобы обжаривалась курица лучше, потому что если бросать куриное мясо в разогретое масло, то оно сразу дает сок и будет тушиться. А когда вот так вот курицу смажешь маслом, а потом уже обжариваешь, то и масло уходит меньше, и курица обжаривается лучше. Сейчас я разогрею сковородку и буду обжаривать курицу. Курица достаточно хорошо обжарилась. Я ее пока отложила на тарелочку. А на этой сковороде я обжарю лук. Теперь уже наливаю масло. Теперь можно добавить размороженные и отжатые грибы. Для аромата кусочек сливочного масла. Загружу обратно курицу. Немножко посолю. Добавлю черного перца. Немножко замороженной петрушки. Двести грамм сливок 10%. Сто грамм плавленного сыра простого сливочного. Все хорошо перемешаю. И буду тушить примерно полчаса. Если соус сильно загустеет, буду разбавлять вот этим вот соком, который у меня отделился от размороженных грибов. Прошло полчаса, и подливка готова. Я наливала грибной сок, примерно 150 миллилитров у меня получилось. И вот такая консистенция, очень хорошая. И можно накрывать.